Дорогие мои зрители, добрый день все, кто меня знает, кто не знает. Добро пожаловать на канал Элла Австралия. Сейчас я делаю видео из оп-шоп, секонд-хенд-шоп, где я работаю волонтером. Узнаете вот эти фигурки? Вот эту красоту, вот этого олененка. Я поставлю видео. Вот эта вазочка, видите? Вот она. Вот она. И вот эти гуси-лебеди. Так, я сейчас пройду. Вы знаете, пока народу нет, я, наверное, начну вот с этого. Посмотрите, сейчас нам принесли машинку. Одна женщина на донейшн. Она сказала, что работала за фирму. Это что, Audi, пишут Линкольн. Видите, как я в машинах понимаю. И эту машину ей дали в подарок. What she say, how much this machine was cost the shop? 200, how much? 240, I've got it written on there. I said was $250. Да, да. Вот какая машинка. Она принесла. В магазине эта машинка стоила $250. Конечно, поставили 50, я не знаю. Если не купят, то, конечно, снизим цену. Но, в общем, вот такая вот машина. Вот такая. По-моему, она сказала, что машина сделана в Германии. Это какая-то коллекционная машинка. Видите? И потом еще девочка принесла. Она буквально вот только сейчас ушла. Принесла вот такую... Вот такую игрушка. Видите? Вот это что? Но это в то же самое время. Это и чемоданчик на колесах. Видите как? Внутри открывается. Вы можете сложить вещи. Ребенок может покататься. Потом это берется вот здесь. Сейчас. Вот это вот складывается. И вы можете нести это на плече. Получается, это как два в одном. Вот вам и транспорт, а внутри чемоданчик. Так, я на улицу сейчас выйду и объясню людям, кто первый раз у меня на канале. Это Сент-Джордж Хоспитал Оп-Шоп. Он находится на Дерби Стрит, рядом с Сент-Джордж Госпиталем. Все деньги, которые мы продаем из этого шопа, все деньги идут на чарити в госпиталь. И прошлый год мы заработали $27 219. Это вот такая витрина. Несколько интересных вещей мы уже продали сегодня. Вам, наверное, будет отсвечивать. Там моя напарница Лоррейн. Дорогие мои, кто живет в Сиднее или кто живет рядом, и, пожалуйста, если у вас есть какие-то ненужные, но хорошие вещи, вы можете принести к нам в шоп. Вот это шоп работает
с понедельника по пятницу с 8:30 до часу. И первую субботу каждого месяца с 9 до 12 часов. Так что, пожалуйста, если у вас есть хорошие вещи, приносите, девчонки и мальчишки, все до копейки пойдет к нам в Сент-Джордж Госпиталь. Здесь у нас находятся самые дешевые вещи на фронте. Это вот такая линия. Все, что здесь находится, это стоит $2. Сейчас покажу вам. Солнышко светит, все отсвечивает, наверное. Так. Так, узнаете фирму Томми Хилфигер. Давайте, поправляйте меня. Вот тоже $2. Так. Ну, здесь, знаете, это надо все копать и смотреть, чтобы найти что-то интересное. Вот такой топ. Где это сделано? Paint It Red. Я не знаю такую фирму. А это новый пиджачок. Фирма Cotton On. Но это недорогая фирма. Ну вот тоже можете новый купить за $2. Так что, чтобы что-то найти, приходить надо и перекапывать целую груду, потому что из неинтересных вещей может попасться что-нибудь интересное. Так. Это вот что такое? Ну-ка. Такое платьице для девочки. Поедем дальше. Все джинсы у нас в магазине стоят $2. Вот. Все шорты $2. Здесь также могут попасться и старые, и новые. А вот это сегодня пришла донация. Очень много шорт пришло для купания. Джинсы. Где это сделано? Blue Hubba. По-моему, они даже новые. Вы знаете, скорее всего, новые джинсы. Я эту тоже компанию не знаю, но видно, что очень хорошее качество. Так, тут у нас всякие шарфики. Здесь посуда. Оп, оп. За мужика зацепилась. Так. Посуда. Есть по 20 центов. Есть по доллару. А вот это вот все. Это по 50 центов. Видите? Вот здесь от 20 до 50 центов. Вот вазочка 50 центов. Так, копать я не буду, потому что если начну копать, я тут могу все разбить. Orson & Blake. Смотрите,
А вот это даже, по-моему, руками нарисованы бабочки. А вот там какая-то фигурка. Оп. Тоже. Ну, это, в общем, все от 20 до 50 центов. Здесь у нас книжки. Книжки все по 2 доллара. Книжки и мишки. Вот какое платьице веселое. Смотрите, как сделано хорошо. Ну-ка, это что такое? Что это за фирма? Не видно. Опс. Видите, какой у нас маленький шоп. Все, ходим друг от друга. Цепляемся. Вы знаете, вот это платье висит уже сколько. Почему-то его никто не покупает. А мне оно так нравится. Видите, какой материал у него хороший. Wild, дикая орхидея называется. И дизайн в Австралии. Посмотрите. И я пробовала на себя одеть. Но это размер 8. И я никак в него не могу... Не могу втиснуться, так сказать. Так, что тут? Вот это платье тоже у нас зависло. Уже сколько оно тут стоит, висит. Ну, не знаю, возможно, сейчас будет лето, и его купят. Очень тоже высокое качество. Но... не продается. Вот это топ на такую крупную женщину. Вот видите, тоже симпатичный. Мисс Энни. Так что... Ну, это постоянно, вы знаете... Нет ничего интересного. Потом кто-нибудь приносит. Сейчас ничего нету, а через час может появиться. Может не появиться очень долго. Вот это Zara Basic. Вы знаете, очень симпатичные. Не то, даже я не знаю, как сказать, не то платье. В общем, топ. Посмотрите, как тоже очень высокого качества. И, вы знаете, по-моему, даже новый. Мне кажется, что это новое. Так что здесь брюки. Это наши цены. Мужские рубашки 5 долларов, с длинным рукавом 6, так, жакеты 8, костюмы 10, женский топ 5 долларов, с длинным рукавом 6, юбки 6, платья 8, жакеты 8, кардиганы 7, пальто 10. И так далее. И т.д. и т.п. А теперь я хочу вам показать величину нашего шопа. Это, возможно, он выглядит такой большой. Смотрите, я сейчас сделаю шаг как метр. Вот. Раз, два, три, четыре. Наверное, 4,5 шага в одну сторону. И теперь в эту сторону. Раз, два, три. 3,5. Вот так. Он очень-очень маленький. Видите? С
совсем крохотулечка. Здесь тоже книги. Обуви у нас очень мало. Здесь вот эти вот, вы знаете, они не новые, но это какая-то очень хорошая фирма. И на них цену поставили $20. Royal Republic. Ну, вообще, они, конечно... Вы знаете, их, по-моему, даже один раз вот только одели. Вообще в прекрасном состоянии. Это вот у них такой цвет подошвы. Это просто, по-моему, протереть надо. Потому что внутри и снаружи вообще в прекрасном состоянии. Ну и тут всякие вот такие вот шкатулочки. И это все будет по 50 центов. И сегодня у нас случилось несчастье. Вот этот манекен перевернулся. Упал на эту посуду. Ой, а эта посуда очень-очень хорошая. Вообще, если бы здесь были тарелки для супа, тогда бы я сама себе его купила. И манекен упал и разбил две такие чашки. А это, знаете, посуда. Очень хорошая посуда Микаса. Она вообще в магазине, она очень дорого стоит. А у нас вот этот вот весь набор, видите, сколько здесь всего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В общем, на 8 персон две расхекались, так скажем. Так что только 6 чашечек. Ну-ка. Так. И вот такая красота стоит у нас $8. Вот как тарелочки выглядят. Видите? Говорю, жалко, что нету тарелок для супа. Потом тарелки 20 центов одна тарелка. Макс Вильям. Знаете, я смотрю. А, нет, все-таки их пользовали, знаете. А вот этот новый набор. Я не вижу, чтобы его. Да, это новый набор. И, возможно, он даже где-то с 70-х годов просто у людей простоял, и они им не пользовались. Так что, дорогие мои, кто в Сиднее, вот такой наборчик пока есть. Так что можете прийти и купить. Сейчас я вам покажу. Лоррейн. Это моя напарница Лоррейн. Мы все здесь работаем бесплатно, потому что люди очень многие спрашивают, как вы там работаете. Постоянно меняются люди здесь, ну, я не знаю, около 12 волонтеров. И работают по 2 человека. Деньги не получаем. Меня спрашивали, было несколько комментариев, а почему ты там работаешь. Дорогие мои, Сент-Джордж Госпиталь мне спас жизнь. Я до сих пор живая благодаря нашему госпиталю. Много лет, несколько лет я практически не выходила из дома. И потом случайно шла из госпиталя. Зашла в этот магазинчик, девочки разговаривали между собой, что нам нужен волонтер. Я предложила свои услуги,
И работаю уже, по-моему, третий год здесь. И хотя бы стала себя на силу выпихивать из дома, потому что сидела вообще просто безвылазно. И когда у тебя появляется какая-то ответственность, ты знаешь, что тебе надо. Надо вот вставай, надо идти. И я, конечно, благодарна, что меня взяли, потому что, сами знаете, мне говорят английский, английский, дорогие мои. Вот общаюсь постоянно со всеми на английском, но какой есть, такой есть. Улучшение за 22 года у меня не происходит. Ну, я рада тому, что, знаете, то, что я вот общаюсь с людьми, люди меня понимают, и как есть, так и есть. В общем, такая моя маленькая история, кто не знал. И вы знаете, Австралия по-любому нет такого здесь общения, как у нас там. Здесь я прихожу, здесь хотя бы вот, можно пообщаться с людьми, поговорить. Другое, мы с Лоррейн в прекрасных отношениях со всеми девочками. И мне очень-очень нравится работать здесь и помогать. И я радуюсь, когда мы делаем какую-то выручку более-менее, вы знаете, потому что раз на раз не приходится. Иногда ты очень мало продашь. И всегда, конечно, вы знаете, рады, когда принесут хорошую донацию, мы это продадим, потому что все потом пойдет к нам в госпиталь. В общем, дорогие мои, с вами была Элла Австралия. Кто не подписался, подпишитесь. И если вам понравилось это видео, не забудьте, ребят, поставить лайк, пожалуйста, или дизлайк. Всего доброго, дорогие мои. Пока. Чао.